воскресенье в Самарской области ожидается облачная и пасмурная погода. Практически везде пройдут кратковременные дожди. Похолодает. Температура днем плюс 14, плюс 19 градусов, ночью 9-11, выше 0. В Сызрани малооблачно, небольшой дождь в течение дня. Днем плюс 21, ночью плюс 9 градусов, западный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти небо в облаках, небольшой дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 19, ночью 11 градусов тепла. Ветер западный 7 метров в секунду. В Самаре малооблачно, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 17 градусов, ночью плюс 10. Западный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.